Добрый день. В советские годы в гаражах делали столярные мастерские, стоматологические кабинеты. А сегодня мы находимся в гостях у интересного человека, который смог вот в этом большом помещении, которое называется Депо 707, организовать два производства. Володь, где мы находимся? Ну, мы находимся в селе Подстёпки Ставропольского района, значит, где я живу, отдыхаю, работаю. Очень удобно все в одном стакане. Это здание под названием Депо 707. Можете не спрашивать, почему, потому что ответ будет такой: потому. Вот, нравится мне. Тем более мы спрашивали. Да, тем более спрашивали. Значит, здесь это здание было построено первоначально под мужское хобби, с учетом того, что здесь неподалеку будет жить мой внук. И надежда деда была очень простая. Внук чаще будет прибегать ко мне, мы будем с ним вместе работать, общаться, воспитываться. Первое, чем я занимался, это лодки. Мне рано или поздно на рыбалке потребовалась маленькая лодочка. И изучив по своей коммерсантовской привычке рынок, я понял, что только советская алюминиевая лодка удовлетворит мои желания. Слушай, все. Ну, хобби-то оно и осталось мужским на самом деле. Давай мы начнем вот с этой лодки. Это что за лодка, для чего она? Ну, одна из советских известных лодок очень, Казанка М. В народе ее называют селедка. Селедка. Да, в Самаре ее называют Казанка Метла, потому что у нее сейчас вот сняты крылышки такие, гули правильно называются. Mm-hmm. Она внешне похожа на метлу. Значит, самая браконьерская лодка на нашей территории, поскольку она в советские годы была самая скоростная, узенькая, быстро скорость набирала. Один недостаток для современности – не влезает в современный гараж 3х6. Она чуть-чуть длинновато. Вот. Но это единственная такая длинная лодка. Все остальные здесь они… Ну, в Депо 707 она влезла прямо, стоит отлично. Да. Вот по твоей задумке она для чего? Для рыбалки, естественно. Да? Все лодки, которые здесь находятся, они придуманы для того, чтобы было комфортно рыбачить. Ну, единственное отличие моих, так сказать, конструкций – это специализация каждой лодки под конкретный вид рыбалки. Вот. Вот это, да, мое сумасшествие, потому что я рыбак давнишний, класса, наверное, какой из класса, лет 60, как себя помню, я на рыбалке с отцом. Поэтому я знаю, что надо рыбаку, который ловит судака, например, на спиннинг, на джиг, или тому человеку, который ловит жереха. Или человек, который ловит леща, стоя на месте. Или люди, которые совмещают отдых с так называемым троллингом. Вот, окунь у нас здесь некоторые семейные пары ловят. Ну и так далее. Видов рыбалки неимоверное количество. И те проекты, которые я приготовил для каждой из этих лодок. Здесь большое количество корпусов алюминиевых советских лодок, каждый из которых будет в итоге отвечать своей задаче. То есть, ну так, по большому счету, я мог бы сказать, что на этой лодке я буду выходить там в Федоровке, например, спускать лодку возле церкви и выходить там к шалыге, ловить на ней там жерех. А вот на другой лодке, значит, я буду, поставлю ее в Мордово, и там буду выходить ловить с плавом, бортовой удочкой судака осенью. А на третьей лодке я буду ловить окуня в Хрещевском заливе и так далее. Вот. Слушай, ты же известен, кроме того, что ты известный рыбак, на самом деле, в Тольятти, да, ты же известен и как один из первых предпринимателей. Вот вопрос по цене. Ты можешь назвать границы, сколько будут стоить лодки от Депо 707? Я все-таки должен тогда сказать, что изначально проект не замышлялся как бизнес-проект. И на вопрос, зачем тебе столько лодок, я всегда отвечал: ну, хочется, я хочу показать флотилию этих лодок. Показать вот то, что, да, может быть, в какой-то мере побахвалиться на своем, так сказать, тщеславии поработать. Да. То есть ты не продаешь их? Нет, вот в этом году, в 2021, значит, после, так сказать, революционных изменений в экономике, я понял, что ну хватит. Во-первых, их слишком много. Вот, очевидно, что при самом полном пределе мечтаний мне хватит 3-4 лодок для полного счастья. А с учетом моего возраста, болезни спины, я понял в этом году революционно. Собственно говоря, это было на самом деле, если по-честному, то это было понимание, что ни в одну из этих лодок я уже комфортно не залезу. И поэтому я решил сделать из этого бизнес-проект. Цены будут, наверное, от 350 до 500 тысяч. Комплектная лодка с мотором. Все моторы вот лежат за моей спиной. Значит, там четырехтактные современные японские моторы.
приготовленные сюда. То есть, первое, аналогичная лодка на рынке сегодня стоит дороже. Ну, моторы я купил просто-напросто, как нормальный коммерсант, в момент падения цен, когда предыдущий курс успел. Да. Более того, я еще на этом, на большой покупке сыграл, получил великолепную скидку. У меня запас по цене хороший. Отличие от рыбацких лодок, которые сегодня на рынке, будет одно. Эта лодка будет, она будет отделана по современным требованиям. Угу. Ты уже в этом сезоне предложишь вот эти? Конечно. Угу. К весне 3-4 лодки как минимум будут готовы точно. Угу. Ну, давай немного про лодки расскажем тогда. Ну вот лодка «Крым». Известная среди рыбаков своими плюсами и минусами. Угу. Значит, плюс у нее то, что корпус достаточно широкий, угол телеватости на днище низкий, поэтому она устойчива, так говорят моряки, наверное, правильно, на воде. То есть в ней встать можно, она не перевернется. Никакая лодка не перевернется, она еще и качаться не будет. Но минус вызван тем же самым плюсом. Раз у нее такой угол телеватости, она не очень хорошо идет по волне. Что я из нее сделал? Лодка была полностью вырезана, выброшено все, что внутри, значит, и претерпела, был разработан проект, претерпела изменения. Впереди будет так называемая фиш-платформа, куда человек сможет выйти и стоя, забрасывать спиннинг с носа. Вот как раз с таких примерных конфигураций ловят сейчас спортсмены наших профессиональных спортивных федераций. Она маловато для настоящего спортсмена, но человек, который хочет считать себя спортсменом, получит на ней все современные удобства. Конструктив изменен сильно, только специалисты это оценят. У нас нет такой задачи. Вот. За счет изменения конструктива, скажем так, на не очень мощном моторе до 30 лошадиных сил она будет прекрасно выходить на глиссер и двигаться со скоростью 42, может быть, до 45 км в час. То более чем достаточно для современного рыбака. Как это вдруг получилось так, что ты начал заниматься вот этими... Штуками. Штуками, да. Я не знаю, как они называются. Что случилось? Что произошло? Эти штуки называют силиконовые приманки для рыбалки. Так. Как все понимают и знают, слышали, что это что-то такое, напоминающее рыбку, но из чего-то такого мягкого, как будто бы резинового. Интерес уходит от просто добычи рыбы к методам ее поимки. То есть, например, там много лет назад я перестал использовать живые наживки. Нет, то есть это червяки? Ну, там рыбки, да, мальки и всякое такое. Вот, стали мы ловить, как мы говорим, на железо, то есть на блесна. Применять различных, не буду перечислять, огромное количество этих видов приманок. Методы ловли изменились. Ну, спиннинг был известен давно, но вот там, не знаю, тут, может быть, 15-20 лет назад появился метод ловли джиг. На джиг, значит, это специальная форма грузик там с крючком. И желательно вот как раз искусственная приманка. Ну, 2 года у тебя были назад, не было вот этого ничего. Ну, это вы сейчас видите производство. Да. Вот. А вначале я был сумасшедшим покупателем, я покупал везде, где мог. А, то есть ты их покупал? Я покупал везде эти приманки. Ну, когда у тебя переклинило, ты когда ты решил, что ну, надо что-то не так строить? Давно, вот года полтора назад, значит, с одним из своих друзей, мы подумали, решили, что пора бы, поскольку нас перестали удовлетворять во многом те приманки, которые мы покупали в магазинах, мы решили сделать свои, придумать модели, значит, краски и тестировать, получать и удовлетворение, и заработок. Причем себе поставили задачу простую. Сделаем такой уровень производства, высокий, который позволил бы нам действовать следующим образом. На улице, если ветрено, то мы идем сюда, отливаем приманки. Если на улице хорошая погода, то мы идем рыбачить. Все у нас рядом, Волга вот здесь вот в 1 километре, производство вот здесь под боком. Вот такой микробизнес, который бы нам морально бы приносил удовольствие. Редкий случай, чтобы бизнес еще и приносил моральное удовлетворение. В бизнесе такое бывает нечасто. Слушай, ты так рассказываешь, как будто вчера вот вы решили, сегодня вы пошли там порыбачили или там отлили, а я у тебя видел стенд, где висят вот эти вот приманки, и висят они там явно не один день. Да, они висят там 3-6 месяцев. Значит, я повесил эти приманки для того, чтобы понять, как воздействует ультрафиолетовое облучение на те красители, которые мы в итоге с товарищем разработали, сами изготовили эти красители. К моей печали невозможно оказалось организовать бизнес по-обычному, то есть купить оборудование, купить комплектующие материалы, придумать только свой продукт и начать его выпускать. В этом бизнесе этого оказалось невозможно, пришлось придумывать все во всех его
направлениях этого бизнеса, всех аспектов придумать самим. То есть красители. Красители, это краска, литье, вот эти вот рабочие места. Да, материалы. Да, вот эти вот материалы. Формы, это все твое ноу-хау получается. Ну, нельзя сказать, но в мире это придумано. Вот. Но в Российской Федерации промышленное производство таких силиконовых приманок я не нашел, не буду говорить категорично, не существует. Я при всем опыте поиска серфинга в интернете не смог найти. Слушайте, я когда разговариваю с такими людьми, я начинаю гордиться Тольятти. Он говорит про Российскую Федерацию, потому что он замахнулся на всю страну. А я горжусь, что живу в таком городе, в котором вот такие люди живут и процветают. Это очень здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, на каком этапе сейчас твое производство? Предпродажный. Мы завершаем подготовку к уже промышленным тиражам. Которая длилась полтора года. Да, она длилась полтора года. Была израсходована достаточно приличная кучка денег. Как ты сказал, советский термин не окр, но исследовательский опытно-конструкторский. Ну, это так и есть, на самом деле. Да. Серьезные инженерные силы привлекались, разрабатывались модели. Современное производство – это 3D-конструирование. Соответственно, mm-hmm. нужны были конструктора, изготавливались формы. Угу. Вот такие на 3D-чипу станках. Это еще прототип, собственно говоря, промышленной формы. Потому что промышленная форма, она больше размером, она больше количества приманок, она из другого материала сделана, из алюминия или из стали. Вот. Но я все-таки решил некую этапность. Сейчас мы находимся в производстве, которое позволит выпускать до 20 тысяч пачек в месяц. Этой так называемой резины. Давай покажем. Говорят. Вот пачка это. Ну, пачки у меня вон лежат там. Вот. Ну да. Ну, это вот. Типа такого, да? Да. Ну, это маленькая пачка, есть большие, есть вот такие блистерные упаковки. Угу. Вот. Я рассматриваю просто все, что в мире делается хорошего. Надо перенимать чужой опыт, и надо учиться на чужих ошибках. Вот. Поэтому. Это много. 20 тысяч пачек – это много. Это реально много. И как любой коммерсант скажет, надо еще продать это. Ты выбрал уже название вот этих приманок? Компания имеет торговую марку «Русские приманки», «Rubates» в латинском написании. Поскольку в этой компании будет выпускаться не только силиконовые приманки для рыбалки, поэтому название, имя торговых, торговое имя для силиконовых приманок – это «Депо 707». Угу. Так я так понимаю, что ты замахнулся не только на Россию, собираешься продавать по миру? Ну, нет. Нет. Ответ – ни да, ни нет. Вся упаковка будет двуязычная изначально. Угу. Ну, захотят – купят. Как это, интернет такая штука, она безграничная. Если кто-то из покупателей найдет меня в России, значит, я продам. Но целевым образом на зарубежный рынок я сейчас не буду работать. Ты считаешь, что для тебя России будет достаточно? Да, рынок колоссальный. В привычных рыбакам ценах, где они привыкли понимать цену за цену пачки. То есть вот такую штуку? Да. Сейчас она стоит среднего качества 250-300 рублей. Среднего и ниже качества, я скажу так. Да? Высококачественные приманки стоят до 700 рублей при нынешнем курсе. Низкокачественный тоже есть на рынке. Раньше это был Китай, теперь Китай тоже стал дорогой. Он с рынка вымывается, у него цена приближается к европейской, а качество осталось все-таки еще китайское. А средняя цена пачки будет 120 рублей. Вау! А сейчас же вот принято спрашивать про рабочие места. У тебя вот с этим как? Или ты будешь справляться? Производство достаточно высокотехнологично, значит, и будет обслуживаться, к сожалению, для рынка рабочих мест минимум сотрудников. 2-3 человека.